Вот это наша драгоценность, то, что накоплено в течение десятилетий работы. Наконец мы вышли на объемы мешочков. Каждое зернышко пшеницы нового сорта «Даур» на вес золота. Чтобы вывести эту озимую культуру, ученым удмуртского отделения Российской академии наук понадобилось 10 лет кропотливой работы – селекции, скрещивания, отбора. Начинаем с первичных скрещиваний. И из тысячи скрещиваний получается к концу 5-го или 6-го года буквально 1, 2, 3 комбинации. И вот этот титанический труд селекционеров, он как раз и позволяет найти вот это то маленькое зерно золотое, которое будет потом новым сортом. Название «Даур» не случайно. Сорт вывели к столетию государственности Удмуртии. В переводе с удмуртского «Даур» означает «век». Озимый сорт пшеницы отличается особой морозоустойчивостью. Его не берут болезни. А в этом сезоне сорт прошел еще и испытание с засухой. Каждый год у нас чем-то своим отличается. В этом году у нас была засуха. И вот все-таки это сказалось, несмотря на то, что перезимовка была высокая, 80-90%, и у сорта «Даур» тоже все-таки засуха повлияла, колос был более меньшим, поэтому и урожайность соответствующая. 25 центнеров с гектара собрали в этом году исследователи. При благоприятных погодных условиях и необходимом количестве удобрений этот показатель увеличится как минимум вдвое. Селекционеры сделали «Даур» наиболее приспособленным для температурных режимов Приволжья. Аграрии из соседних регионов уже интересовались разработками наших ученых. Пришлось отказать, что еще слишком рано. Почему отказали? Семян еще нет. Еще мало их. Пока для себя только держим. Новый сорт озимой культуры отправят на государственную регистрацию. Анна Ковырзина, Павел Яскин. Новости.